Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Руни, и мы продолжаем играть игрушку за кулисы. Я всех приветствую на своем канале. Сегодня со мной Спейсмен. Доброго времени суток, друзья! И сегодня мы будем заканчивать прохождение за кулисы. И за мной. Пошли. Это вообще... в оригинальном закулисье этот уровень называется как уровень веселья. Да, кстати, смотри, какой тут гигачат. Уф. На стиле. Ой-ой-ой, вот это качок, слушай. Ну, есть такая звезда. Угу. Всё их, по-моему, 5 штук. Нам нужно их найти? Да. Ну вот я знаю, где все находятся. Иди вон, видишь, там звезда. Окей. Вот, кстати, ты можешь... Ну нет, там нельзя сверху пройти. Тебе придется проползти. Так, это как мне сделать? Сейчас покажу. Я пошел не туда, как я понимаю. Мне вернуться назад. Да. Окей. Вот тут. Так, ну вот, в принципе, дошел и нажимаю на эту... звезду. По кайфу. Последняя звезда. Так, смотри, не активируй эту звезду, не активируй ее. Не надо пока что. Окей. Смотри, иди за мной пока что. Я тебе кое-что покажу. Видишь дверь? Вижу. Смотри, ты должен стоять здесь, и как только я нажму ту дверь, они откроются. Достань камеру. Сейчас камеру достать? Да. И смотреть в нее или не надо? Ну, можешь смотреть. Ну как? Когда откроется дверь, там уже 100% смотреть надо. Ага. Ну, придется найти 3 игрушки. А монстров без камеры ты не увидишь. Короче, если услышишь такой, тебе нужно жестко бежать, то они тебя поймают. Они быстро бегают? Они телепортируются. Имба. Короче, смотри, твоя задача... Наша задача найти, короче, 3 игрушки. Они находятся слева, справа и прямо. Ты пойдешь прямо. Так. Ты готов? Нет, конечно. Да, и, кстати, запомни. Выносливость очень важна. Без бега ты подохнешь быстро. Окей. То есть надо бежать, и только в экстренных ситуациях. Ты готов? Я открываю. Давай. Иди прямо, там увидишь главный зал. Там будет такая серая, ну, как черная маленькая игрушка. У меня моргает экран, таки должно быть? Это камера? Да. Я пойду в секретную комнату. Я тупо прямо иду. Угу, молодец. Если никого нет... Кстати, он мне туда пошел. В смысле, прямо тупо прям. А меня убили, как, что? Так, ну... Да, ты не туда пошел. Где? Я, походу, не туда пошёл. Меня убили или не... Что? Что это было вообще? В общем, очень жестко. Да. Уровень мы можем пройти легко, если ты мне поможешь. Окей, давай. Да, задача просто... Сейчас пока просто идти за мной. Задача просто стоять на этом месте, нажимать на рубильники, когда это нужно. А на какие именно? На все 3. А, одновременно? Окей. Но пока это не надо. Окей, тогда просто ждем. Вот, короче, Спейсмен все нашел, отмычки, отвертка есть, все, теперь умыть провода, разрезать, если будет неправильно, то я должен нажимать. Так что поехали. Раз, два, три. Ладно, не придется, я угадал. Ура, все, всем пока. Смотри, стой вот тут, и заделывай дыры. Вот здесь стой. Что, где? Стой. Где мы вообще, что? Стой. Мотор сломался, сейчас починю. А как чинить? Погоди, что? Продолжаем движение. А вот дыра, как дыру... Как дыру заделать? А вот.
А что за там черный портрет стоит? А, ну он не стоит, он идет. Ну, что он имеется делает? Он нас преследует. А, нифига себе. Ну вот и последний уровень. Тут будет прикольно. Получается, что мы тут должны сделать? Я не знаю. А, да, точно, тут же его обновили. Иди сюда. Окей. Я не знаю, я просто иду по стрелкам. Надеюсь, это правильно. Я не знаю, я звук какой-то слышу. Слышишь его? Нет, я ничего не слышу. Послушай, вот тут. Такое гудение. А, вот теперь слышу, погромче сделал. Я не знаю, стрелку показывают сюда. Окей, пошли. Ты повернул или нет? Да. Нет, какой-то бензин нашел. Бензин? Да, кстати, стрелки поменялись, заметил. Может, он нас обманывает просто или что? Ну, из-за я нашел бензин, канистру. Так, мы что, поджечь должны или как? Я не знаю, может, мы уедем отсюда. Говорят, тут поменялась концовка. Понял. А ты же играл в прошлый раз. Какая концовка в прошлый раз? Я просто вышел в портал и все. Оф, по-моему, мы сейчас... это спички. Будем перемен... Ой, монстр, вот он! Ты прям на него идешь. А чё? Он, слушай, он за мной пошел. Ему типа пофиг на меня, да? Ну ладно. Не знаю, за мной идет. Так. Тебя убили? Тебя. Меня? Я жив. Странно, что за звук был? Не знаю, я думаю, тебя копы хлопнули, как муху. Я не знаю, давай найдемся. Ну окей, я как бы не уходил, я тут и остался. А где монстр? Да! Чё? Спейсмен умер. Короче, мы решили перезайти, потому что спейсмен... Короче, там стрелки пропали, и фиг меня спейсмен так найдет. Так что мы решили перезайти. О, смотри! Уф, что за тяги? Нифига, какой он жесткий. Погоди, а что это такое? Почему я это все делаю? Погоди, я же умер. Погоди, что? Почему я все делаю? Ну странно, я вижу, как я все это. Что это было? Ребят, да, будет продолжение, кстати. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. С вами был Руни и Спейсмен. Еще увидимся.